Сегодня в рамках рубрики «Хочу сказать» наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать у саровчан, как они готовятся к 1 апреля и какие шутки они приготовили для своих родных и близких. Пойдемте. Скажите, как вообще можно разыграть родных и близких? Какими вообще способами? Так у меня друга день рождения 1 апреля, может пошутить, что не родился. Не знаю, чем-нибудь нарисовать во сне, то есть как-нибудь так, наверное. Зеленка из массы. Да, что-нибудь написать. Маму там напугать, там, что-нибудь сказать, типа ты с карты все деньги там взял. Мыло смазать лаком, ручки не помоешь, как бы измазать чем-нибудь, зеленкой какой-нибудь. Вот на работу сразу радостные пойду, думаю. А там посмотрим, в интернете много всего есть. По-моему, уже самая главная шутка, то, что карантин очень опасный, этот вирус, коронавирус очень опасный, это самая главная шутка, уже рановато они, конечно, начали, но это прям очень смешная шутка, и благодаря этой шутке мы сейчас все на карантине и не учимся. Да, когда ты ждешь друга около подъезда, а когда он открывает дверь, можно за дверь спрятаться и напугать его. А потом что сказать? Он испугается, смеяться над ним. Я люблю разыгрывать. Например, таким способом. У тебя коленки сзади грязные или спина белая. Классика, а прокатывает. Как вас разыгрывали, интересно, расскажите. Не разыгрывали. У меня был квест, был довольно интересный, надо было искать подарок, а в итоге тебе набил в конце сам квест, был подарок, нет подарка, это был розыгрыш. А вы будете разыгрывать? Нет, конечно. Почему? Да не знаю, как-то я никак и не отношусь. Нет. То есть вам не нравится? Особенно в наше время сейчас. Какое веселье. Звонили по телефону, говорили то место, где они были, а сами убегали в другое место. А потом звонили, и за ними пришлось бегать. И поздравляли с 1 апреля? Да. Тебе понравилось? Да. А ты будешь так разыгрывать? Да. Меня постоянно обманывают. А как? Что-нибудь придумывают там такое ужасное, а потом говорят, а, нет, это обман был. А что, например, придумывают? Допустим, вызвали там куда-то тебя, там, хотят там с тобой что-нибудь сделать, но на самом деле все не так. И вы идете, да? Я иду, да. Саровчане приготовили для своих родных и близких большое количество сюрпризов и шуток. Друзья, 1 апреля никому не верим.